На брифинге СБУ также сообщили, пленный россиянин Виктор Агеев заявил на допросе, что вместе с ним воевали еще 14 граждан России. По его словам, они, вероятно, до сих пор остаются в Украине. Жители Алтайского края Агеева задержали в конце июня. По данным украинских властей, Агеев был отправлен в Донбасс после подписания в Ростовской области контракта на военную службу. В Минобороны России утверждают, что он не был контрактником и уволился в запас в мае прошлого года. Власти Украины обвиняют Агеева в терроризме и будут судить. Его мать попросила президента Петра Порошенко помиловать сына. Сегодня Светлана Агеева встретилась с ним в СИЗО. Сегодня же стало известно о задержании в Сумской области Украины трех россиян, которых подозревают в незаконном переходе границы. У одного из них обнаружен военный билет. Имена задержанных власти пока не называют.